Доброе утро, уважаемые телезрители Кинотеклаб ТВ. 7 утра, Санкт-Петербург, и все жители Петербурга получили смс-ку от МЧС, что надвигается реальная угроза. Это значит, что мы едем встречать в аэропорт Дениса Бажанова и Павла Боева. Этим видео мы начинаем ежедневную трансляцию всех событий, происходящих на чемпионате России по бодибилдингу. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и ждите новых видео. Да, это вот привет, реальная угроза приехала в Питер. Наконец-то встретили нас наши друзья. Донни Праск. И я думаю, что мы отжарим Россию в этом году. Ну, по крайней мере, постараемся. Отжарит-то вон впереди сидит Денис Бажанов. Дэн, как долетели? Офигительно вообще. Не спали. Голодные. Жрали белки и не спали. А долго летели? Жрали. Автово-2. 2.5 часа летели. Больше ехали. Да. Большие. Я думаю, ты понимаешь, что проект. Ты у меня сумки продал. Пойдем улыбнемся. Ну что, еще раз всем привет. Мы приехали побеждать, он как минимум, так что приходите за нас болеть. Это видео уже увидят подписчики через 4 часа, поэтому еще даже до взвешивания можно успеть передать приветы. Передаем привет всем друзьям, родственникам, кто за нас болеет, подписчикам Секретом Про. Ну и приходите болеть за нас в воскресенье. Ага. Будет жарко. Да, точно. У меня голос появился, кстати. Я просто забыл по привычке голос. Genetic Club сделано в России. Высочайшее качество, прошедшее все испытания. Попробуй и убедись сам. Geneticclub.ru Genetic Club. Best Nutrition.